Очистные сооружения в Купеленке волнуют жителей микрорайона уже не один год. Но с тех пор, как власти Московской области и Ленинского района обратили свое внимание на этот проблемный объект, вопрос начал решаться. На мой взгляд, мы находимся в одном из самых важных микрорайонов или самых важных территорий Ленинского района, которую взял на свой личный контроль губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, глава Ленинского муниципального района Валерий Николаевич Венцель. Это реализация очень крупного проекта по подключению 6 микрорайонов города Видное и городского поселения Ленинские горки Ленинские к централизованному канализованию. И это именно то, чего так долго ждали жители новых районов. За ходом выполнения работ также следит инициативная группа. Евгений Молчанов, представляющий интересы жителей, отметил, что постоянная и близкая связь с администрацией очень важна для горожан. Сегодня мы смотрим с проектировщиками проектные материалы, как пройдут трассировки, и мониторим постоянно этот процесс. Ну, а дальше будет видно, как будет идти взаимодействие администрации и рабочей группы. Но мы видели, что вчера привезли уже трубы для прокладки коллекторов. И действительно, первая партия труб, необходимых для начала строительства двух коллекторов, уже на месте. В целом протяженность канализационной трассы составит 4600 метров. Прокладку трубопровода планируется закончить уже к концу этого года. На данном этапе параллельно идут работы по ремонту аэротенков. Закончить работы по приведению их в порядок запланировано в двухнедельный срок. Работают здесь строители, которые заниматься будут усилением внешних стен действующего аэротенка. Это будет нанесено дополнительное карбоновое покрытие, которое позволит в течение вот этого времени, пока мы используем эти очистные сооружения, работать без опаски, что они треснут, как второй аэротенк, на котором тоже сейчас, с сегодняшнего дня, уже перешли в активную фазу проведения строительно-монтажных работ, значит, по усилению этого треснувшего аэротенка. Также на месте этих очистных сооружений будет построена канализационная напорная станция. Работы по ее возведению начнутся в этом году. И уже совсем скоро 6 микрорайонов, а это порядка 20 тысяч жителей, смогут забыть о неприятных моментах, мучивших их последние годы, и дышать свежим подмосковным воздухом. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.